И после того, как закончим грунтование стен, что скажу по поводу кладки и расскажу вам пару секретов про механизированную штукатурку стен. Всем привет! У нас квартира в жилом комплексе «Зилард» площадью 140 квадратных метров. Задача у нас стоит возвести перегородки и сделать механизированную штукатурку стен. Сейчас закроем окна пленкой, демонтируем вот эти вот участки стен от застройщика, возведем перегородки и оштукатурим стены. Приедем на этот объект, когда уже будут готовы стены. Закончили возведение перегородок и уже начали грунтовать стены и бетонные участки. Газобетонный блок мы грунтуем специальной грунтовкой Knauf Mittel Grund. Она разводится 1:3, но в зависимости от основания, и имеет вот такой вот желтый оттенок. То есть вы сразу видите, где стены у вас прогрунтованы, а где нет. Бетонные участки мы мажем бетоноконтактом от производителя старателя. Вот так выглядит упаковка. Это один из самых лучших бетоноконтактов, которые есть на российском рынке. Обязательно стыки сопряжения газобетона и бетонных участков мы проклеиваем сеткой. И после того, как закончим грунтование стен, уже будем ставить маяки и уже наносить штукатурку механизированным способом. Что скажу по поводу кладки? Обязательное армирование. Каждые три ряда у нас идет базальтовая сетка. Каждые три ряда идет усиление. И также снизу тоже есть такая же базальтовая сетка. До потолка не доходим 2-3 сантиметра, потолки здесь очень высокие. Пеним этот шов, чтобы плита не давила на перекрытие. В перебычках обязательно используем уголок 40 на 40 мм, толщина полки 4 мм. Это позволяет избежать вот таких вот косых трещин, если вы используете уголок взамен арматуры. Штукатурить будем гипсовой штукатуркой Knauf MP75. Вот так выглядят эти мешки. Они идут по 30 кг. Станция уже на месте, вот она стоит. Вот здесь вот разложена базальтовая сетка. Вот в таком рулоне она идет. Она намного крепче штукатурной сетки и прекрасно подходит для армирования кладки, а также для армирования стыков различных материалов газобетона и бетона. Приедем на квартиру, когда закончим штукатурку, и расскажу вам пару секретов про механизированную штукатурку стен. Закончили механизированную штукатурку стен по маякам. На все про все у нас ушло 10 рабочих дней. Посмотрите, как классно выглядят наши заглинцованные стены. Цвет штукатурки белый. Специально ее используем для того, чтобы в квартире было приятнее находиться, приятнее работать, потому что черновой этап достаточно долгий по времени, это где-то 2 месяца. Чтобы стены не давили, используем белую штукатурку. Очень много углов 90 градусов получилось, потому что много встроенной мебели. Вот эта ниша 90 градусов. Здесь у нас зона кухни 90 градусов. Вот эти углы тоже 90 градусов. Коридор весь в углах 90 градусов. Здесь у нас санузел тоже 90. Вот в комнату заходим. Тоже 90 градусов. Если у вас есть вопросы по механизированной штукатурке, пишите в комментариях, либо по номеру WhatsApp. Я обязательно на них отвечу. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!